Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». И сегодня я хочу вам показать распаковку вот такого классного универсальный куб «Гайки» называется он. Куб «Лабиринт» от компании МДИ. Это у нас торговая марка игрушки из дерева. Мир деревянных игрушек уже хорошо нам знакомый. Ну, такая игрушка станет хорошей в виде моторики, поможет развить, изучать цвета и формы, логику, конструирование, ну, то есть, так вот. То есть, 5 в одном игрушечка, как обещает нам производитель. Давайте откроем нашу коробочку и посмотрим, что же этот деревянный кубик из себя представляет. Вообще, игрушка классная очень, вот, дерево очень хорошее. Вот такой кубик, вот у нас сверху. Тут 5 развивающих элементов в одной. Сейчас я достану, наверное, палечку нашу, которую у нас тут внутри покажу. Вот так вот уже прикручены. Сейчас я покажу, как же достанем еще одну. Выкрутим, как говорится. И я вам покажу, что же мы. Так как это кубичек у нас в грани. Очень классный вариант. Смотрите. У нас здесь есть сверху вот такой вот деревянный лабиринт для развития мелкой моторики. Вот, видите, сверху никаких мелких деталей нет. Вот, такие вот бусинки разноцветные, желтая, красная, зеленая, синяя, оранжевая. И то есть мы для моторики двигаем их по лабиринту проволоки туда, в обратном направлении. Кстати, эта игрушка очень нравится детям. Вот такой лабиринтик. Он у нас сверху одевается, а когда мы хотим сложить наш кубик, компактно вставляется лабиринтом вниз, и как бы можно его даже набрать с собой, или что, превратить в более компактную игрушечку. Вот, очень хорошее дерево у нас, а хорошо, заусенец нет. Значит, здесь у нас есть вот такой вот сортер, вот у нас фигурки. То есть мы можем находить подходящую фигурку и пробрасывать внутрь. Треугольник, круг и квадрат. С другой стороны у нас есть тоже, но здесь мы должны правильно вкрутить. То есть в каждой фигурке у нас есть вот такой винтик. Куда вот кружочек? И мы вот так вот вкручиваем наш кружочек в соответствующее ему место. Вот зеленый кружок, допустим. Треугольничек мы, у нас красненький. И мы также ставим резьбу, очень хорошо для моторики, естественно. Вообще детям нравится такое вот вкручивать, закручивать. Вот, тут вкручиваем по местам. И следующий у нас квадратик мы также вкручиваем туда, где он должен быть. Наш квадрат. Ну, ускорюсь, вот так. Сейчас следующий у нас есть часик. Очень интересно изучать время. Стрелочки вращаются, стрелочки. И мы можем изучать время. Циферки, все очень хорошо прокрашено. И с другой стороны, лабиринт, такой бабочка, лабиринт-головоломка. То есть можно, видите, двигать туда-сюда, тоже детям очень нравится. Можно там, допустим, 2 синих соединить вместе, то есть дать ребенку еще какое-то задание. Можно произвольный туда-сюда расставлять. Вот, вот такой. То есть всех граней, действительно, у нас 5 различных головоломок. Бабочка, сортер, часики, вот такие вот крутилки. Болтики и сверху лабиринт. Такая хорошая развивающая деревянная игрушка, высококачественная, и думаю, что станет очень необходима вам в развитии вашего ребенка. Если вы захотите приобрести вот такой вот куб-лабиринт от компании Мир деревянных игрушек, обращайтесь в ваш дом игры.